что там у тебя? Я покончил с Гейзенбергом. Теперь я найду Миранду и верну Розу. Только со мной. Это опасно. Жди там, ты слышишь? Итан? Роза? Итан! Итан, ответь! Мия? Но... Роза, такая ценность, правда ведь? Она все для меня. Как и мои. Гейзенберг мертв. Ты упустил свой шанс. Что ты будешь делать? Не знаю, но я спасу Розу. Не знаешь, как всегда. И что я заменила Мию, не знал. Бедный Итан. Кто ты? Где Роза? Миранда. Хватит. Помнишь Эвелину и ее власть над плесенью? Роза ее наследница. Нет, Роза совершенное воплощение Эвелины. Когда она вырастет, то будет управлять всеми. И она мне нужна! Иди нахуй, ты сука! Успокойся. Роза будет спасена. Мегамицелий помнит всех нас. Но она возродится, как моя дочь. Это моя дочь, не твоя! Ну где ты? Покажись! Почему Роза стала такой? Может, дело в родителях? Ведь ты действительно уникум. Но теперь я узнала все. И ты перестал мне быть полезен. Миранда! Не прячься! Выйди и сразись! Не бойся, Итан! Ты умрешь быстро. Мегамицелий будет помнить тебя. И я сохраню образец твоей крови. На рассвете наша церемония завершится, и я стану ее истинной матерью, связанной навеки кровью. Я столько ждала, но мечты должны сбываться. Я хочу увидеть свое дитя, носитель она или нет. Капитан, я подтвердил смерть Итана Уинтерса. Мне не удалось забрать тело, но я сделал видеозапись. Дай картинку, я разберусь в ситуации. Мы с отрядом просчитались. Вчера мы устранили изменившуюся Миранду, но она выжила. Кто ж знал, что она прикинется мертвой? Миранда могла заразить Итана. Так что мы забрали его и Розу с собой. Но кто-то напал на везшую их машину. На месте аварии Итана и Розы не было. Разговаривая с Итаном в последний раз, я услышал Миранду. Она убила его. И она за это поплатится. Когда же это кончится? Что, Кэп? Задание? Все это. 3 года не можем добить эту дрянь. Слишком долго. Мы разберемся. Отряд ждет приказов.
Алиса ей, значит, уже здесь. Времени не теряли. Корректировка? Нет, мы держимся плана. Убить Миранду и спасти Розу. Вот две цели. И права на ошибку нет. Ну что, дадим жару, как в старые? Выходим. Ясно. Да, есть. Эй, пес, я хочу знать, что здесь делают люди BSA. Дай мне все, что есть. Так точно, сделаю. Капитан, давненько мы вместе не воевали. Вроде в прошлый раз пустыня была. Я всю форму растеряла на разведоперациях. Но благодаря тебе мы узнали план Миранды. Я поверить не мог, что она превратилась в мир. Да и выдержать 5 выстрелов в голову — это не кухры-мухры. Жесть. Эй, Альф, посмотри на это. Бисы. Далеко залезли. Боже. Внизу все очень плохо. Как ты намерен добираться до цели? Сначала нужно разнести эту хрень. Прикрою сзади. Давай начнем. Остерегайтесь враждебного биооружия. Ясно. У меня скопление враждебного биооружия. Их больше, чем мы думали. Будьте начеку. Понял. Заметил судно BSA. 2 охранника. Я справлюсь. Осторожнее. Это еще что за херня? Это все. Целей. Значит, Миранда наверняка там. Вперед!
Сероглазый, мне нужна помощь! Я тебя вижу. 200 до точки. Добрался до цели. Большая зараза. Так, Лоба, отмечаю цель. Принято, босс. Нужно время, чтобы навестись. Подсвечивай цель лазером как можно дольше. Опа! Отлично! Перезаряжаюсь. Минутку. Туда движется целый рой. Перезаряжаюсь. Нужно подождать. Что-то я не знаю.
станцию, иди забери меня, Крис. Выдвигаюсь. Нашел спуск. Выдвигаюсь. Остальным удерживать позицию. Капитан, я сравнил плесень в деревне с образцом из дома Бейкеров, и я не вижу следов изменения генома, которые мы нашли в серии Е. Эта штука родом отсюда. Целей. Чёрт, все без толку. Лоба, у меня тут крепкий черт. Нужна твоя помощь. Босс, ты под землей. Крыша мистера. Целься туда. Хорошо, выдвигаюсь. Держись и жди меня. Хорошо. Я подам сигнал указателям.
Перезаряжаюсь. Минутку. Дальше. Всем остальным не спускаться вниз. Раз Миранда притворялась Мией, то где настоящая? Небось решила, что она ей уже не нужна. Ничего не понимаю. Как Миранда узнала о существовании Розы? Может, заплесневелая птичка напела? Это мы потом выясним. А пока держимся плана. Я нашел его. Это мега-мицелий. Отряд, прием. Мега-мицелий обнаружен. Так мы все-таки покончим с этим. Да, давно пора. Заряд Н2 готов. Его хватит, чтобы взорвать всю деревню. Надо стереть это место с земли. Но сперва убить Миранду. Не хочу оставлять ей шансов. Приступаю. Так точно. Жду команд. Капитан. Я вижу Миранду на месте церемонии. Не приближайся. Будь там, пока я не отдам приказ. Я знаю, что уже поздно, но... Зря мы не рассказали план Эйдену. Некогда было. Мы не ожидали, что Миранда сработает так быстро. И все равно, ты зря ему не сказал. Да уж. Это лаборатория Миранды. Они управляют био...